Около 5 часов утра от оперативного дежурного поступила информация, что в районе Эллинга в поселке Севастопольский с воды доносятся крики о помощи. Но так как спасателей ждать очень долго, разделся и пошел на звуки мужчины. Около 300 метров вдоль берега я продвигался по воде, обнаружил надувную лодку, за веревку которой держался мужчина. В то время, когда достали мужчину на берег, уже находилась скорая помощь, которая его сразу же госпитализировала в БСМП города Калининграда. Я очень благодарен нашей полиции, в частности, Максиму Дмитриевичу, за оперативное такое быстрое принятие решения. Ему, товарищу, большое огромное спасибо, что ребята вытащили меня, сориентировались. Ну и все хорошо, что закончилось.